Всем привет, друзья, добро пожаловать на канал, с вами, как всегда, Александр. И сегодня у нас будет распаковочка сразу нескольких таких вот мелких посылок. Грубо говоря, посылки за доллар. Накопилось у меня уже несколько, по 11 снимать каждое видео по ним было неинтересно. И вот решил сгруппировать в одну. В принципе, многие так делают. Так, начнем, наверное, вот с этого пакетика. Здесь у нас должны быть резинки для волос. Дошла посылочка за 19 дней. И стоило 64 цента, по-моему. Здесь должно быть 10 штук. Так, открываем. Так, здесь такие вот, по-моему, должны быть. Слушайте, хорошие качественные резинки. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, 10 тут и 10, наверное, тут. Проверять не буду. Заказывал два комплекта. Один себе, второй подруге жены. Так, дальше. С этим разобрались. Здесь у нас тоже аксессуар, так скажем, для волос. Опять же, резинка. Она у нас... дошла за 28 дней. А, даже не резинка, резинка какая-то, бант. Дошла за 28 дней. Стоила 51 цент. Вот одна штука. Заказывал тоже не себе. Вот. Какой-то он весь помятый. Думаю, как-то вот если хорошенько разгладить, будет нормально смотреться. Ну, такой хороший, приятный, качественный материал. Хорошо тянущаяся такая резинка. Написано handmade, то есть сделано руками. Ну, надеюсь, что так. Все, все ровненько отрезано, никаких ни ниток, ничего. Ну, не знаю, надо расправлять, я не расправлю его. Наверное, отглаживать надо. Так, и вот здесь две посылочки, они у нас более-менее похожи. Значит, у меня есть знакомые, которые занимаются, по-моему, роликов держат или, короче, какую-то жирность, и им понадобились специальные такие приспособления, что-то вроде как поилки. Так, вот это вот, значит, дошло за 28 дней. Здесь должно быть 5 штук. Стоили они, этот комплект стоил 2 доллара. Так, ничего нет, вот такие вот. Я, в принципе, вообще не понимаю, как это, наверное, нажимать надо. Как-то это вот делается, что вода будет литься. Это для животных. Вот для, там, наверное, куриц или кроликов, я точно не помню. Вот, попросили, скинули ссылочку, я, собственно, заказал. Так, давайте следующее. Очень тороплюсь. Потому что садится уже аккумулятор на камере. Так, это у нас примерно то же самое из той же оперы. Так, значит, дошло у нас за 10 дней. Здесь должно быть 10 штук. И стоило это добро 3 доллара. Тут тоже как-то вот здесь, наверное, раскручивается. Да, тоже какой-то шарик, который выполняет роль клапана. То есть, когда вода вот сюда вот давит, то, грубо говоря, ничего не льется. И там животное тронет, допустим, коснется соска, и вода должна политься. То есть, вот такой принцип. Если не знаю, кому будет интересен этот товар и вот этот вот из зрителей моего канала, но вот что пришло, то и показываю. Вот, если было хоть как-то полезно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ждите новых видео. Обязательно видео будут. Едут посылочки, много разных посылочек. Есть и интересные, и что-то вроде этого. Вот. Всем спасибо за просмотр. Удачи. Пока-пока.